Представляю компанию Samsung Electronics. Сергей Первый. Сегодня совсем вкратце расскажу только про часть наших проектов. Но так или иначе, у нас все наши социальные проекты, они связаны с областью образования. Это и поддержка чемпионата мира WorldSkills в Казани, который предстоит в августе. Мы являемся генеральным партнером. Я вот смотрю, тут даже вот задание, собственно, как раз WorldSkills стоит. Это и проект «Учим знаем» по созданию образовательной среды в медицинских учреждениях, где дети, школьники находятся месяцами, ну, в зависимости от сложности заболевания, иногда и годами, в отрыве от обычной школы. Мы там являемся технологическим партнером, создаем ту самую образовательную среду, помогаем с точки зрения технологий, потому что, ну, есть ряд заболеваний, где бумажными учебниками вообще пользоваться запрещено, потому что они являются переносчиками бактерий. Планшет гораздо проще дезинфицировать. Планшет является там тем самым инструментом, когда педагог может индивидуальный трек занятий выстроить с учеником и заниматься с ним, когда по медицинским показаниям ученик будет больше к этому готов. И вот, кстати, в прошедшую субботу состоялся прекраснейший выпускной бал в центре Димы Рогачева с участием министра просвещения. Ребятам несколько лет назад пробили замечательную возможность сдавать экзамены ОГЭ и ЕГЭ непосредственно в палатах или в классе. Единственное у них послабление, им чуть больше дают времени. Все. Вот. И вот позавчера ребята получали сертификаты и аттестаты о завершении обучения. Я бы хотел рассказать более детально про наши IT-образовательные проекты. Это IT-школа и IT-академия. Значит, IT-школа Samsung. Проект, который существует с 2014 года. Проект на данный момент покрывает 27 регионов. Но буквально 2 месяца назад мы подписали соглашение о том, что мы становимся также и образовательным партнером в так называемых IT-кубах. Центры образования для детей будет построено более 300 подобных центров, поэтому география расширится еще больше. Значит, в чем суть проекта? Важный момент, что проект создавался в России для российских старшеклассников с учетом понимания школьной программы, с учетом понимания требований вузов и в конечном итоге в том числе и с точки зрения потенциальных будущих работодателей в сфере IT. То есть вот эти вот все разрывы между школьным университетским образованием и между тем, что нужно на практике, постарались проанализировать и вложить это в годовой курс, действительно очень мощный, углубленный курс по IT и мобильной разработке. Вот удалось реализовать. Курс создавался нашими коллегами из Московского научно-исследовательского института совместно с МФТИ. Поэтому программа получилась очень непростая, вот, но при всем при этом программа дает прекрасные результаты. Мы на ежегодной основе принимаем где-то более 1000 учеников. Занимаются ребята с сентября по май, и по прохождении, соответственно, каждого модуля сдают промежуточные экзамены, и обязательное условие получения сертификата – это дипломный проект, сдача мобильного приложения. Так вот, мы устраивали различные соревнования. В общем, показательно, что старшеклассники могут действительно за пояс заткнуть студентов уровня. Собственно, именно, наверное, одной из причин, почему более 20 ведущих вузов сейчас при демонстрации этого диплома предоставляют дополнительный балл. То есть они действительно стремятся заполучить этих абитуриентов к себе. В чем был наш вклад в данном проекте, да, который мы создавали с нуля? Прежде всего был создан и разработан учебник. В этом году он вышел в электронном виде, в свободном доступе, с автоматизированными проверками кода, соответственно, Java под Android. Мы также активно работаем над обучением преподавателей. Вот, на самом деле, по прошествии 5 лет могу сказать, что основная ценность – это преподаватели этой программы, не то оборудование, которое мы там покупали, ставили
школу или там, в центры развития. Это именно преподавательский состав, учебный портал и так далее. Значит, в следующем месяце у нас будет проходить очередной ежегодный конкурс на лучшие мобильные приложения, и одной из номинаций является в том числе и как раз социальное приложение. Ребята создают много игровых приложений, таких программистских, но отдельной веткой существует именно социальное приложение, и ряд был очень интересных проектов вот в прошлые годы. Например, приложение, которое позволяло определять очаги пожаров в Иркутской области и так далее. Очень интересные проекты, которые имели практический выход. Значит, это проект, который мы ориентировали на старшеклассников, в основном 10 класс. В качестве развития следующим этапом у нас появились проект для студентов вузов, объединенный под названием Академия Samsung. Первым проектом, который у нас появился в 2017 году, стал проект обучения интернет-вещей. А на данный момент проект реализуется на базе 10 вузов. Опять же, проект создавался нашими коллегами из научно-исследовательского института, то есть сам курс был создан нашими коллегами. Достаточно таким, наверное, отрадным и приятным для нас фактом является то, что на конкурсе стратегических направлений, стратегий среди всех подразделений компании Samsung по всему миру российские IT-программы получили признание в штаб-квартире и сейчас масштабируются в других странах. И для нас это очень приятное такое достижение. Тоже годовая программа, тоже она совмещает в себя теорию с практикой, то есть обязательно во втором семестре студенты создают дипломный проект, связанный с решением вопросов по интернету вещей. Оказалось также очень востребованная в институте в высших учебных заведениях мобильная разработка. Нас попросили ряд вузов тоже добавить им эту программу. Мы с удовольствием переложили программу IT-школы уже для студентов. Программа также состоит из тех же 5 блоков и плюс проектная деятельность. Также очень интересные практические работы, которые можно найти будет потом на сайте посмотреть. И третья ветка в Академии Samsung, ветка, связанная с искусственным интеллектом. Почему она появилась? Год назад, несмотря на то, что в России уже есть один научно-исследовательский институт компании Samsung, открылся второй. То есть по всему миру было выбрано 5 стран, включая Россию, где были открыты центры по изучению искусственного интеллекта. Вот вошла в этот перечень и Россия. Это у нас уникальная ситуация, у нас 2 научно-исследовательских центра. И вот коллеги, продолжая традицию по разработке таких вот образовательных курсов, создали курс по искусственному интеллекту, который мы сейчас фактически пилотируем с одним из вузов. Но также курс выложен на степке, опять же, в открытом доступе. Вот буквально за неделю на этот курс подписалось порядка 5000 человек. Без какой-либо там рекламы с нашей стороны. Курс основан на изучении таких вопросов, как компьютерное зрение, машинное обучение и анализ больших данных. Но, опять же, если вспоминать про проекты IT-школы, вот один из школьников, несмотря на свой юный возраст, он фактически реализовал мобильное приложение с элементами искусственного интеллекта. Мобильное приложение позволяло с помощью смартфона в лесу фотографировать грибы, вот, и тут же понимать как раз вот за счет нейросети, которую тренировал школьник, вот, отличать съедобный и несъедобный гриб. Вот, это вот такой проект, да, практикоориентированный, в общем, да, вот, с элементами искусственного интеллекта, который решался на уровне IT-школы. Вот. Если вот совсем галопом по Европе, потому что жесткий тайминг Александр, да, несколько раз его озвучивал, чтобы уложиться в 7 минут, поэтому вот совсем кратко про наши, прежде всего,
IT-проекты. Буду готов с удовольствием ответить на ваши вопросы. Есть ли вопросы? Пока, спасибо.